you see? Детройт. Кошмар. В Детройте что-то проводили там. Пиздец. Ладно. No comments. Университета Джастин Ли.
На протяжении 3 дней экспертно обсудят социально-экономические вызовы, начнут с инноваций, поговорят о стратегии 2030, а завершатся награждением финалистов молодежной кадровой платформы. Ну, разумеется, в центре внимания будущей российской экономики пока мэр придерживаются уверенно оптимистичного прогноза. Этот год плюс 70% ВВП. Также среди недели российские лукойлы соберет советник Тарков, а в свою очередь заседание проведет Европейский центральный банк. И по главы обсудить ситуацию в экономике, а в Китае ждет данные по торговому балансу. Эксперты прогнозируют снижение показателей. Не было бы счастья о том, как в 2015 году, узнаем в четверг, будет предварительная оценка в